писать. А сегодня вдруг как-то сошлось все. Тетрадочку подарил один боец, перо я попросила в штабе и привязала его к обыкновенной палке. Наш дом разбомбило. А теплые вещи папа закопал во дворе, но мы пока без них обходимся. Помню, 26 сентября на папины именины. Вечер был очень тихий, светила полная луна, ни ветерка, ни тучки, ни единого выстрела. Папа пришел и сказал: «А ну, вылезайте из окопа и подышите воздухом». А сам взял на руки свою любимицу, Лиду. Она меньше всех, ей 6 лет. Мы все расселись около него. В тот вечер папа был почему-то задумчивый. Казалось, его глаза смотрели в одну точку, на Волгу. В них даже было видно отражение золотой полоски на воде. Папа говорил, что все мы уже большие, все, кроме Лиды. Все станем ему помогать, что когда погоним немцев, то снова отстроим себе дом. Выстроим его еще больше и лучше. Так приятно было сидеть рядом с папой. С ним как-то не страшна была война. Потом он проводил нас обратно в окоп, а сам еще что-то делал по устройству нашего окопа, пока снаружи не стали слышны выстрелы. В начальной школе я готовил сообщение моему дедушке, который участвовал в Великой Отечественной войне. У нас были тематические уроки, экскурсии в военный музей, краеведческий музей. Нам показывали военные письма. Они на желтой бумаге, написаны карандашом, их очень тяжело читать. Я еле разбирал полустертые линии, но почерк крупный, уверенный. Дорогая доченька, я получил твое письмо. Очень рад, что ты уже умеешь писать и рисовать. Тот поезд, который ты нарисовала, хороший, но почему-то заезжает на крышу дома. Как бы он там кого-нибудь не задавил. Но ничего, в следующий раз ты эту ошибку учтешь. Живое слово войны, сохраненное в письмах, документах, свидетельствах современников, производит огромное впечатление. Сколько воли и любви нужно иметь, чтобы в письме с фронта учить ребенка думать о других людях, беречь чужие жизни, даже на рисунке, заботиться об их покое и благополучии. Неудивительно поэтому, что родительская любовь и забота воспета в песнях и стихах. Восславлена как сила, способная спасти в годину бед, защитить, когда все другие отступили. 9 мая – безусловно важный праздник в нашей стране. Это знаменательный день, день победы над фашистами. И каждый должен знать о нем с детства. Я узнала, когда мне было 4 года. Меня водили к вечному огню. Это было в парке Победы. А еще в этот день родился мой папа. И мы отмечаем 2 праздника в один день. После парада мы ходим гулять. Иногда папа разжигает костер, учит нас строить шалаш и ориентироваться на местности. Это здорово. Орел за матери поет студентка филологического факультета Диана Хайдарова, руководитель Лариса Павлова.